Еще не подписаны на канал, то подпишитесь. Чего ждете-то? Короче, вот. Я стал профессиональным покупателем Пятерочки, вот. Мне дали вручая карту, да, бесплатно и все такое, да. Вот. Написано, видите, какая лохотрон, да? Вручая карта, ваш помощник выгодных покупок. Вот видите, какая вот она такая, вся такая, Пятерочка. И ты думаешь, нихера себе, ну сейчас начнется, сейчас я сэкономлю. А вот тебе экономия какая-то, этой карты бывает. Короче, смотрим, что это вообще такое. Так, давайте посмотрим оборот. Короче, смотрите. Во-первых, на этой части активируйте карту любым способом. Ну это просто, да, активировать это фигня. Короче, что дает выручая карта? Баллы за все покупки. Смотрите. Но кроме уже акционных товаров, конечно же. А они почти половина акционные. Те же выгодные, они сами акционные, и выручая карта не имеет значения. Вот. Потом списывать баллы за 100%, до 100%. До это, конечно, тоже прикол. Там, наверное, до 25 всего всегда. Умная карта. Она будет приносить вам специальные акции, подсказывающие, как покупать еще выгоднее. То есть они будут просто спам слать на телефон. Вот. Поздравление с днем рождения. О! Вот ты отправляешь вот этот код с днем рождения, да, вот с датой рождения своего. И они тебя поздравляют. Вот это функционал, да, он у каждого сотового оператора есть. И в 10 раз больше баллов дают в этот день. Вот это выгодно, действительно. На праздник свой, на день рождения, что-то закупиться. Это единственный сценарий использования правильной этой карты. Информация об акциях, да, вот я же говорю, вот это одно и то же. Это будут слать спам просто. Короче, смысл-то вот в чем. Вот она такая карточка. Я ее уже активировал, так что не надо никуда писать номер, пытаться ее активировать еще разок через вашу пятерочную систему, она не сработает. Блин, как же ее отлепить? Они прилепили, как собаки ее. Вот. Короче, вот она такая. Она как-то очень дешево сделана, на самом деле. Смотрите, да, тут фрукты какие-то, морепродукты, батон даже зеленый. Банан зеленый и батон зеленый. Ну, это магнит, да? Вот, зеленый банан, зеленый батон. Конечно же, это магнит, это я представляю, что так и будет. Вот, это может быть, даже зеленый нас там можешь купить. Вот, все зеленое, все, короче, недоспевшее, да, короче. Даже зеленые эти, блин, как их? Шампиньоны. Короче, дизайнеры прокололись. Этой картой чуть-чуть, если вы видите, да, прокололись. Сзади вот такая хрень, да. То есть она, видите, как дешево сделана. Тут внутри никакой схематики нету никакой, да. Ни микрочипов, ни RFID, да. Нихуя, никакой схематики нету. Просто вот здесь вот магнитная полоса. Все. Все, магнитная лента. Притом, вы видите, даже магнитная лента. Сейчас я протру, чтобы виднее было. Она тоже сделана дешево. Потому что смотрите внимательно на магнитный слой ленты. Видите? Вот тут ничего, ничего. То есть, соответственно, магнитная лента, запись идет только по верхнему краешку чуть-чуть, да? А дальше просто черная вот эта полоса, да? То есть, соответственно, видите, какая хрень, да? То есть, запись, она только здесь. Только здесь есть. А тут и херня, как вообще, просто пластик, да? Вот такая вот хрень, да? Вот Пятерочка, да? Выбито, видите, как через, прям через цифры карты, пробиты через саму карту, и по сути это ничего не значит, вот. Их можно отрезать, как угодно обрезать, да? Короче, они виртуальные чисто, цифры чисто виртуальные. Они записаны тут и продублированы просто здесь, вот, они ничего не значат. Они значат только для активации, то есть ты можешь даже без карты активировать эту карту, да? Вот, только для активации эти цифры и нужны, вот. Пятерочники, господа. Вот, карта нам. Откидываем ее, короче. И читаем буклет. Давай я еще присажу обратно. А, она еще прилипнет. Смотри, видите как. Короче, суть карт. Я даже не буду тут читать ничего. Суть карты вот в чем. В чем подвох этой карты. Не суть, а даже подвох. Короче, вы покупаете товары, и вам начисляется от покупки только 20%, да, то есть
Вы купили на 20 рублей, вам начислился 1 балл. Вот. 1 условный рубль. То есть купили на 2000, вам начислилось 100 баллов. И вы думаете, что сейчас я купил на 2000, сейчас у меня будет скидка 100 рублей. Во. Во. Вот, видели, видели? Во. Во, вам будет скидка 100 рублей. Не будет вам скидки 100 рублей. То есть вы купили на 2000, у вас 100 баллов. Но 100 баллов это не рубли, это баллы. Соответственно, рубли надо еще на 10 делить. То есть за 2000 покупок, 2000 покупок, у вас скидка за 2000 покупок, 100 баллов дадут, 100 еще на 10. И получится, что вы сэкономите только 10 рублей, да. Сдержите дыхание, да, и не дышите больше никогда. Вот чего. Вот это называется выручай карта. 10 рублей с 2000. Отлично выручает. Я просто сэкономил, да? Вот этот буклет и сама карта, она, наверное, стоит дороже, чем вот эта экономия в 10 рублей с 2000. Так что, не знаю, буду я ей пользоваться, потому что мне вот эта бурдовая карта таскать с собой, это не уважать себя самого. Поэтому никаких магазинов я карты не таскаю. Это для лохов. Для полных лохов, да, кто это самое, да, для полных, да, вот. Гораздо лучше карта фикс прайса, но они ее уже не дают. Вот карта фикс прайса, она имела значение, конечно. Потому что она дает скидку 5 рублей на все товары, всегда. Вот карта фикс прайса, она офигенная, но они ее больше не дают. А вот это бурду, которую не дают постоянно, она вообще не нужна. То есть покупаешь на 500 рублей, эти это бурда, полагается в подарок. Но только если ты покупаешь у товароведа магазина. Потому что вот эту карту дает товаровед магазина. Когда он на кассе, каждый раз, когда ты его не покупаешь, да, дает карту. Но только если он товаровед. Вот. Вот такая вот система. Так что они не всем даются. Надо еще, чтобы повезло с продавцом. Вот. Но повезло, а что с ней делать? Не знаю. Не представляю, да, я активировал на всякий случай. Пусть мне шлют спам. Посчитаем, чего там будет, и тогда уже составим уже окончательное мнение по этому вопросу. Но так она, по сути, это нафиг не нужна.